А чего это мальчишки строят? Как домик какой-то. Ой, у нас были в детстве такие домики. Под столом. Какая прелесть. Всем нужен свой маленький домик. Трое пацанов. Штаб. У нас тоже был наподобие штаб в деревне. Как знаете, у Тимура и его команды там штаб. И мы решали, тоже у нас была такая маленькая комнатка в доме, наподобие кладовочки. Мы туда принесли тетрадь. И, значит, мы решали, какие мы будем дела делать, записывали в этой тетради. Вот одно из дел, я вот как сейчас помню, там мы увидели теленка на лугу, и мы взялись кормить этого теленка, значит, нарвать ему травы, принести. Что-то вот хозяйский же теленок, нет, нам надо было его зачем-то усыновить. Потом деревья, обломанные деревья, у которых ветки обломаны, у берез. И мы бинтами прикручивали эти обломанные ветки. Мы надеялись, что они срастутся. Вот они что-то едят. Нет, не едят. Неплохо видно. Все, он еще прикручивает. Я думала, он с мисочкой сидит. Ну все, и собаке место в домике будет. Как же повезло собаке. Boys play, they making small house, and they bring the dog. Look at this on the roof. Саша спрашивает, что случилось? Я говорю, мальчишки построили дом и привели собаку в дом. Вот они ее сейчас рядышком привязали, теперь она будет их дом охранять. Все. Счастье, счастье. Обезьянки такие. Только хвостики висят. Привет, друзья. Сейчас Саши будет делать. Сайрам, сайрам. What you will prepare? Today, алуматор. Алуматор. What is it, алуматор? Potato. Алу – это картофель. And matar is green fish. Matar – это зеленый горошек. And very special filling. Fry, very special way made it. И он уже положил масло туда. We use all different spices. Мы еще порежем чили. Чили сейчас. Chili also. Он говорит, даже два разошелся. Давай, два, говорит. Я говорю, нет, два нет. Кардамона, потом гвоздика, корица. И вначале onion, лук. Гарлик, имбирь, чеснок. Позже. Саши с мантрами делает. Честно говоря, я даже порезала это чили, у меня уже слезы. Иван, I cut and already cry. И уже у меня... А он хочет две. Two, you wanted two. Two is too much. Okay. Это имбирь и чеснок. Покажу сейчас пасту, мы такую покупаем. Ну, иногда просто чеснок и имбирь тру на терке на мелкой. Вот она продается в маленьком пакетике, стоит 5 рупий. Имбирно-чесночная паста. Очень облегчает. Индийцы ее везде добавляют, поэтому здесь ее и продают в таких масштабах. Чили. Три-четыре зернышка кардамона.
И гвоздички тоже 2-3. 1, 2, 3. When more people eating, then we need more. Ну, когда больше народу ест, то надо больше, конечно. Also we use when we are making fried rice. Когда мы жареный рис готовим, тоже мы все это готовим. Палочку, ну что-то много, ты много кидаешь. Палочку корицы. Мне кажется, это уже будет уж совсем. Это будет хорошо для тела. По-моему, это слишком. Томаты. Да, мелко я порезала, мелко. Одну-две минуты. Потом оставляем еще потушить немножко. Он ли зира, но куркума? Литр. Добавляем зиру, кумин. И немножко тоже надо ее пожарить. Немножко соли мы кладем, гималайскую, розовую. Черный перец. Немного. Гарам-масала. И кориандр. Порошок семян куркума. Кориандра и куркуму. Две ложечки. Это хорошо для тела. Can I help, папа? Мотай, говорит. Да. Ну ладно, хорошо, давай ты. Ты мотай. Добавляем картофель. Опять смешаем. Что там творится с домиком-то? Интересно же мне. Ну все, все вылезли из домика. Вышла вся семья. Собаку увели. Собака ушла. Вытащили малыша прекрасного, чудесного. На всех крышах жизнь прям кипит. Кипит. Хорошо. А меня позвали. Надо продолжать. Так. Закрыть хату. Хату закрыть. Хату сильнее закрыть. И теперь зеленый горошек. Какой-то он прям сильно зеленый. Я даже видела, что его красили. Вот мягкий он. Мягкий. Вареный. Совсем мягкий. Да. Ну, вкусный. Ну, вареный, да. Это не сухой горох. Now we add some water. Теперь добавляем воды. I think this is enough water, Mama. Я говорит, думаю, достаточно. Да, enough. И закрываем. Все. I think Я говорю, думаю, 4 свистка для картошки достаточно. 4, 5, no problem. Да, 4-5 свистков. Четвертый? Да, четвертый. Окей, now I will start make чапати. Что-то как-то оно у тебя горит. Что-то оно у тебя горит. Something burning. No problem. Нет? Не горит? Я люблю вот такие вот plain, а он любит со специями. Я люблю это папоротник. А это черный перец внутри. Вот он, наверное, слегонца горит. Их можно или в кипящее масло опускать, как хворост, можно. Или вот на огне. Можно. Можно put in oil and or do like this. I like this one better.
Ему нравится на огне. А я буду делать чапати, лепешечки к ужину. Кориандр потом, когда, говорит, открою, тогда кориандр. Это, говорит, быстрее. Быстро надо поворачивать. Чтобы не сгорели, говорит, туда-сюда крутить, вертеть, чтобы не сгорели. Ну, у индийцев это хорошо получается. Они иногда даже на улице делают. Indian people sometimes even make on the street. I saw in Rishikesh woman sell. Женщины продавали такие вот лепешечки. Они говорят, что это дает энергию. И это, наверное, сделано. I think this is from Urad Dal. Мне кажется, это сделано из Урат Дала. Так, ну ладно, мне нужно все-таки заняться же своим делом-то. Каждый должен делать то, что ты делать мастер. Today, darling, day of blogger. We are bloggers. Мы же блогеры, а сегодня, оказывается, я не знала. Мне стали в комментариях писать и поздравлять с днем блогера. Спасибо всем, кто поздравил. Я забыла почему-то о таком празднике. Вот, день взятия Бастилии впустую прошел. Профессиональный праздник. Да. Ну, и мы еще шеф-повара, поэтому это тоже наш праздник будет когда-нибудь. Ой! Шарик-шарик. Сколько смотрю, вот как их делают, столько и радуюсь. Почему-то меня всегда это все восхищает и радует. Always watching and always happy. Yeah. Да. Вначале он делает. Ну, иногда и на сковородках тоже. На сковородках тоже хорошо получается. Люди спрашивают, а как, если электрическая печка? Да. Индийские женщины, я видела, на сковородках очень даже хорошо делают такие. И у них такими же пухнастиками выходит. Ветер все сильнее. Как интересно. Один немножко сломался, broken. Because it was soft when I when I pick up from with the, this. Саша прямо так тщательно, так старательно. Yeah. Проверяй. Okay. Check everything, check. Yeah, yeah. Надо обязательно все выпустить. Всякое случается. Иногда вот этот штыречек заклинивает. И я вчера видела видео, как кухню разнесло. Надо проверять, чтобы он работал и подскакивал. И кориандр. Кинза. Кинзу кидаем. Да, очень хорошо, когда в конце добавляешь. Топленое масло гхи. Оно такое ароматное. Very good, very good flavor. Yeah. Прекрасная карри. Супер. Ой, baby. Супер. Ой, baby. Everything done. Да. Now oil. Yeah. Now we put ginger. Ghee, да.
он так складывает и две лепешки сразу промазывает. Отлично. Перфект. Yeah. Брависсимо. Because less is good for your health. Да. Just put inside? Да, да. Он говорит, ты сама положи себе, сколько тебе нужно. Да, я сейчас не голодная, много не хочу. Very good. For me also, I will use this. Я вот в эту себе положу. This one. Переживает, говорит, клади в большую, это слишком маленькая. Ну ладно, окей, окей. Угу. This. Угу. Thank you, Papa, for cooking. Thank you for cooking. I love you. Нет, я все равно хочу в маленькую. Будь аппетита. Так, вот чуть-чуть, полтора половинчика. Все. Зайдет. Все, дорогие друзья, приятного аппетита вам всем. Будем кушать и отмечать день блогера. Вот так мы отмечаем. Так, главное сейчас уже уйти с кухни и начать отмечать. Засмотрелась. Ладно, пошла кушать.